Відновилися й обстріли Широкіного. Російські найманці знову вдарили по селищу з артилерії великого калібру. Втрат серед військових немає, кажуть у центрі оборони Маріуполя. Противник при обстрелах применял 152-мм артиллерийские системы, что является очередным ярким примером нарушения минских договоренностей. Гранатометы и два раза стрелковое вооружение. Один обстрел из стрелкового вооружения был произведен по блокпосту в районе населенного пункта Ломакино. Ответным огнем из разрешенных международными договоренностями калибров обстрел был остановлен.